Беларусь усилила охрану и оборону государственной границы на юге страны. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, это необходимо для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку. Он добавил, что страна развернула на границе дополнительные соединения и воинские части. На текущий момент численность группировки вооруженных сил США и объединенных вооруженных сил НАТО в Европе без учета национальных армий составляет более 30 тысяч военнослужащих, из которых свыше 20 тысяч сосредоточены в Польше и странах Балтии. В непосредственной близости от белорусской границы на полигоне Побрадея в Литве на постоянной ротационной основе размещается танковый батальон вооруженных сил США. Активно ведется и разведка против Республики Беларусь, уточнил Александр Вольфович. Напомним, ранее танки одной из механизированных бригад вооруженных сил Беларуси были переброшены к границе с Украиной в рамках усиления приграничных группировок войск.